Новый год уже на пороге, а потому россияне проводят вечера в поисках подарков. Интернет-компания Mail Group и ее маркетинговый партнер ResearchMe провели исследование, чтобы узнать, что покупают наши граждане к празднику. Алексей Карельский продолжит. Если верить интернет-исследованию, на Новый год россияне будут дарить своим вторым половинкам в первую очередь ювелирные изделия. Затем идут аксессуары, на третьем месте косметика и парфюмерия. Топ подарков для супругов выглядит практически так же. Правда, на третьей строчке значится электроника и гаджеты. Они же, наряду с игрушками, достанутся и детям. Родителям почти треть россиян планируют дарить сувениры, которые оказались и самым универсальным подарком. 45% опрошенных презентуют сувениры родственникам и коллегам, 61% – друзьям. Кстати, в канун праздника сувениры местных товаропроизводителей пользуются повышенным спросом и у туристов. В нашем регионе это, конечно, козули, декоративные валенки, а также иван-чай. Сегодня его можно найти в специализированных отделах многих торговых центров. В наших магазинах представлены иван-чаи из различных регионов нашей области. Также у нас есть иван-чай из Пинежского района, как раз-таки Городецкий. Он пользуется очень широкой популярностью как среди жителей Архангельска, так и других городов нашей страны, и также даже наших зарубежных гостей. Городецкий иван-чай родом из Пинежья. Традиции изготовления напитка из листьев кипрея много веков назад принесли на эту землю новгородцы. Сегодня по их рецептам работает уроженец Пинежского района Илья Исаков. Весь процесс от сбора до готовки контролируем мы лично, находясь на производстве. Мы не скупаем его где-то у других хозяйств, которые производят. И то, что мы основаны на традиционных рецептах, которые нам передали наши предыдущие поколения, еще раз повторюсь, они позволяют сохранить именно полезные свойства и богатство палитры вкуса. Это наш чай, который произрастает на нашей территории. Он генетически к нам подходит. Глубокая ферментация городецкого чая делает его вкус ярким и насыщенным. При этом сохраняются все витамины и антиоксиданты. Деловой партнер Ильи Сергей Долгобородов уверен, что особые свойства напитка заключаются не только в его химическом составе. Ведь Городецк, где и собирают экологически чистое сырье, находится рядом с селом Сура, родиной Иоанна Кронштадтского. Он насыщенный энергией, что он произрастает в хорошей земле. Так называемое место силы, и вот чай вот эту всю силу в себя впитывает, и мы готовы этой энергией делиться с людьми. Сейчас, кажется, самое время поделиться силой и духом Пинежья, как характеризует городецкий иван-чай. Сам по себе или в праздничном наборе он станет прекрасным подарком на Новый год, а возможно и завсегдатаем вашего стола. Алексей Карельский, Евгений Зыков, Регион 29.